Выселенные жители таунхауса намерены объявить голодовку. Об этом они рассказали представителям средств массовой информации. Напомню, 16 января собственников квартир выселили из дома на Питерской. Теперь они готовы на крайние меры, чтобы отстоять свое жилье. Люди уже разбили палатку у входа в дом, чтобы охранять имущество. По их словам, в квартирах, которые были опечатаны, сейчас находятся сотрудники какого-то охранного предприятия. Жители пока ждут реакции властей, но уже готовы объявить голодовку и отправиться в столицу, чтобы привлечь внимание к своей проблеме. Мы решили организовать здесь собственную охрану, мы решили здесь организовать палатку, будем здесь дежурить круглосуточно, потому что мы просто опасаемся за сохранность наших вещей. Мало того, что нас выселили вообще безобразно, без предоставления каких-то документов, там, в течение целого дня это происходило, безобразие, никому до этого дела нет. Сейчас наши еще вещи брошены на произвол. То есть мы лишились жилья, мы сейчас лишимся последнего имущества, которое здесь будет.